Вот расскажите, пожалуйста, в чем разница, когда я прошу за общество, либо я включаюсь в молитву общества, которое уже существует в совершенном виде? Нет такого, чтобы ты получил уже связь с обществом, которое готово и большое, исправленное. Это все измеряется всегда относительно человека, который присоединяется. Так даже если ты присоединяешься к группе, которая уже буквально полностью включает великих каббалистов, ты должен будешь познать их также и на маленьких ступенях, чтобы соединиться с ними, и также они по отношению к тебе будут играть как по отношению к маленькому, как мы поступаем в нашем мире с маленькими детьми, хотя в духовном это делается специально во многих случаях. Не беспокойтесь. Главное, чтобы каждый делал то, что возложено на него. То, что на него возложено.